В здании районной администрации прошло выездное заседание Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Участие в нем приняли первый заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина, представители Министерств здравоохранения и строительного комплекса региона, территориального фонда обязательного медицинского страхования, главные врачи учреждений здравоохранения, расположенных на территории управления номер 10. Участники совещания обсудили вопросы координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций, исполнения государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья в части капитального ремонта и строительства объектов на территории управления номер 10. Ознакомились с деятельностью Одинцовской детской городской больницы. Речь шла и об обеспечении учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, профессиональной подготовке специалистов, ликвидации кредиторской задолженности.